Добро пожаловать на мой канал! Сегодня со мной моя лучшая подруга Ирыскуль. Всем привет! Сегодня мы будем играть в пицца-челлендж. Суть этого челленджа в том, что мы будем доставать листочки из жребия. И у нас сзади есть пакетики с продуктами. И какой продукт нам попадется, то мы положим в пиццу. И по традиции, поехали! У нас основа для пиццы уже готова. Сейчас мы обмажем нашу пиццу кетчупом. И посыпем сыром. Самое время намазать сыр. Я нарисую завитушку. А я напишу название твоего канала. Ой. Это отличная идея. Уи, смотрите, какая красота. Можно уже так есть. Шучу, не надо. И обмажем. Самое главное, не переборщить с кетчупом. Mm-hmm. Иначе много соуса. Не получается? А по-моему, получается. Мне не хватило места. Можно разделить на слоги? Так. Получилось Мавзуна Кичен. Мавзуна Кичен. Мавзуна Кухня. Вот. По-моему, идеально. И у нас, Рыскуль, есть в чашечках вот такие сырочки, которыми мы будем посыпать нашу пиццу. Наши пиццы уже готовы, и теперь самое время отправлять их в духовку. Нет, подожди, мы же еще не добавили наши ингредиенты. А, точно. Кто добавит первый ингредиент? Давай на камень, ножницы, бумага. Хорошо. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ладно, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Нет. Ладно, вытаскивай первое. Номер один. Она очень везучая. Вот наш первый номер. И сейчас я попробую угадать. Я думаю, там чипсы. Посмотрим, угадай чипсы. Да, это чипсы. И она угадала. Сейчас она разложит это на своей пицце. Вы когда-нибудь видели пиццу с чипсами? Я тоже никогда не видела. Думаю, вот столько хватит. Да, это идеально будет. Как же сочетается пицца и чипсы? Наверное, очень хрустяще. Я бы такое попробовала. Будет вкусно. Да. Пицца с сыром и кетчупом. Что может быть лучше? Ну а теперь давайте вытащу я номерок. Так, надо немного помешать. И 14, ровно столько, сколько мне лет. Давайте вытащим пакетик 14. А вот и пакетик номер 14. Я тоже попытаюсь угадать, что же там лежит. Интересно, что? Да, действительно, но там что-то очень необычное. Наверное, я не знаю, давайте посмотрим, что там лежит. Это спагетти! Мне повезло просто. Да. У меня теперь пицца-паста. Угу. Посмотрим. Два в одном. Да, два в одном. Ох, пахнет прекрасно. Никогда еще не ела пиццу со спагетти. Да, я тоже. Посмотрим, как это будет. Ровно так же, как и пицца с чипсами. Наверное, это вкусно. Уберем пакетик вниз. Теперь я вытаскиваю номер. Немного помешали. Какой же и номер? Это номер 10. Ух ты, почти как 14, но на 4 меньше. Вот это номер 10. И это что-то очень тяжелое. О, соленые огурцы! Соленые огурцы. Ты будешь их разрезать или целиком ложить? Я буду их разрезать. Да, потому что пицца целиком огурцом. Я решила нарезать огурцы, потому что это будет не очень смотреться. Если огурец целиком положить на пиццу. Да. Как червячки. Думаю, одного огурца хватит. Я тоже так думаю, потому что пересоленная пицца будет. Готово! Теперь я вытаскиваю номерок. Так, я не буду на этот раз перемешивать и думаю вот это.
13! Что ж такое, у меня 14-13. Думаю, 12 попадет в следующий раз. Итак, мой мешочек номер 13 такой же тяжелый, как и у Рыскуль в прошлом раунде. Так, о, это жестяная баночка, что же это может быть? Это ананасы! У меня уже очень необычная пицца. Спагетти и ананасы. Нам, походу, у нас почти одинаковые продукты, потому что ананас и огурец это что-то вроде... Маринованное. Да, это маринованное. И очень похоже, я считаю. Давайте разложим их. И вот, ананасы открыты. Я положу два колечка, потому что я не особо люблю, когда ананас в пицце. Да, я думаю, два колечка как раз... Достаточно. Да. Так, интересно, как будет выглядеть печеный ананас в пицце? Да. Надеюсь, он покроется корочкой. Куличкой, хотела сказать. Вот. Идеально. Похоже на восьмерку, если соедините. Рыскуль, давай. Это номер два. Сегодня очень странно. Ей, по-моему, один первый раз был, а теперь два. У меня 14-13. Это у нас номер два. Что же там, очень интересно. Да, это какой-то... Мармеладки! У меня будет солено... Сладкое! Что-то вроде десерта. Открой это ножницами. Думаю, так будет удобнее. Еще они вроде в форме цветочков или ягодок. Я не знаю, что это такое, но выглядит интересно. Думаю, это в форме ягодок. Да, по-моему. Этот Мишка тоже так думает. Разноцветные мармеладки в сочетании с огурцом и чипсиками. Это будет прекрасно. Я положу две мармеладки, потому что солено-сладкое, это, я не знаю, не сочетается. Да, очень необычный вкус. Я положу на 4. Посмотрим, как это будет выглядеть. И теперь достану я. Так, я, кстати, хочу перемешать. Так, надеюсь, это будет цифра 11. Это 3. А вот и пакетик номер 3. Достанем его содержимое. Так, это точно банан, потому что я его нащупала. Уберем пакетик. Я думаю, я все же разрежу банан, и у меня пицца будет очень экзотическая. Фруктово-спагетная. Откроем бананчик. А ты любишь бананы? Обожаю. И я тоже. В пицце я никогда, правда, не слышала о банане. Я слышала про... и даже пробовала с ананасом. Мне не особо понравилось. А вот с бананом это что-то новенькое. Я не пробовала с ананасом. Да? Да. И хорошо. Вот, я решила положить именно малое количество бананов, разложим их вот так. И один поставим сюда, это идеально. Так, пока нам ничего не снова не досталось. Настала очередь Рыскуль, вытаскивай. Что же мне попадется, какой номерок? Очень интересно. 4! У меня было 3, только что. 3, 4. Вот и наш пакетик, и это что-то очень легкое. Наверное, это конфеты или может, не знаю. Да, это Аня. О, что это? Анчоусы! Знаете, я впервые в жизни вообще вижу анчоусы, ну как-то не вижу, а сейчас... Я не пробовала анчоусы. Я тоже вообще никогда не пробовала. Как они пахнут, интересно. Не очень? О, боже. У Рыскуль получается пока какой-то салатик новогодний. Да. Соленый очень. Да. Но, думаю, анчоусы дополнят пальцы. Давай понюхаем, как они пахнут. Давай. Боже, анчоусы пахнут не очень вкусно. Прям такой рыбой, да? Да. И очень сильный запах имеет, кстати. Ну, давайте вытащу я. О боже, анчоусы реально очень сильно пахнут. Да. Так. 15! Отлично. Вытащим пакетик 15. А вот и пакетик. Вытащим. Там что-то среднее, но я бы не сказала, что очень легкое. Так. Опять же что-то странное, что-то в пакетике. Давайте вытащим. Но оно кругленькое.
вишенка. Это вишенка. У меня прям фруктовый салат получается. Да. Я, наверное, нарежу 3 вишенки и отделю их от косточки, потому что пицца и вишневые косточки не очень приятно сочетаются. Давайте нарежем. Так, вот разделочная доска. Ты любишь вишни? Отдельности, да, но в пицце нет. Да, я тоже. О, боже. А, вот. Довольно тяжело достается, но это цветовая гамма очень красивая получается у меня. Сколько вишенок ты положишь? Наверное, 3, потому что не хочу больше. Да. Так, чтобы пицца была хоть менее съедобной. Вот. Потому что в конце это все мы должны с Ирыскуль пробовать. И от этого страшно. Целый кусочек. Вот именно. Так. Вытаскивайся, почему она такая твердая? Ладно, пусть с этим будет. Одно сделаем исключение и посмотрим, будет ли хрустеть. Сейчас я достаю номерок. Пакетик пока там побудет. И это номер 7. Семерочка! Да, круто. В Китае это счастливое число. Да? Да. Надеюсь, тебе попадется что-нибудь хорошее. Да. Мы решили закусить чипсами. И пророже бежать. Это среднее. А какая это цифра, забыла? Это семерка. Точно? Что-то это такое. Это опять рыба! Сегодня, видимо, у Ирыскуль морское настроение. Шпроты оказались в томате, и Ирыскуль сейчас их поставит сюда, то есть на пиццу. У тебя уже есть томатный кетчуп? Немного. Немного? Да. Это выглядит все очень-очень интересно, потому что тут анчоус и рыбка. Видимо, у кого-то сегодня морское настроение. Да. Все. Выглядит интересненько. Давайте я вытяну. Я сейчас очень надеюсь, что мне попадется что-нибудь фруктовое, чтобы дополнить свои пиццы. Да. Так, это 8. 7, потом 8. Мы прям идем в порядке. Вот и мой пакетик 8. Так, он довольно-таки тяжелый, и там что-то странное лежит. Давайте вытащим. Сосиски! Это сосисочки. Кстати, тут магнитик. Я, наверное, добавлю где-то 2 сосиски, потому что я не хочу, чтобы они испортили вкус моей отменной фруктовой пиццы. Я их нарежу шайбами, прям как твои огуречки. Сосиски нарезаны шайбочками, прям как огурчики Ирыскуль. И сейчас я их просто разложу. Надеюсь, они не испортят вкус, ну, фруктовый вкус. Да, я тоже на это надеюсь. Здесь банан посидит, а здесь без сосиска. Кстати, смотрите, идеально подошло. Рай перфекционист. Да. И вот, с двумя я не прогадала, потому что почти все, весь диаметр пиццы занят сосисками теперь. Ну, Ирыскуль, вытаскивай. Наверное, это будет 9, потому что мне 8. И это 9. Это 9. Или вот, что? Это у нас номер 9. И там что-то не тяжелое, не очень легкое. В пакете или без пакета? Нет, это что-то консервировано. Интересно. Это оливки. Оливки! Ей повезло! Я уже нарезала оливки, и теперь давайте добавим их в пиццу. Черные кружочки оливок идеально дополняют пиццу Ирыскуль. Да. Очень-очень красивая цветовая гамма. Думаю, хватит. Думаю, что да. Ну, моя очередь вытягивать. Так. Интересно, какой номер попадется. Вот именно, может, 10. 10 уже попадалось, по-моему, тебе. Да. Наверное, 11. Так. Это 5. Пятерочка. А вот и пакетик номер 5. Посмотрим, что там. Но здесь что-то очень легкое. И, наверное, это упаковка. О, нет, это не упаковка, это что-то продолговатое. Давайте посмотрим. Печеньки! Печеньки в пицце. Это просто сладкая бомба. Да.
Сейчас это будет вкусно. Это будет вкусно и ароматно, да. Самое главное. Разорву руками. Я, наверное, где-то 2 печеньки положу, потому что не хочу, чтобы вкус испортился. Вот здесь, допустим. И здесь. Хочешь печеньку? Да. Попробуем. Похоже на Орео. А пахнет какао, кстати. Ну? Вкусно очень. Надеюсь, пицца тоже будет вкусной. Так. Самое время вытаскивать циферку. Что за циферка? Мне уже интересно. Наверное, может где-то... 6! Вот наш номер 6. Это что-то легкое. Прям как у меня в прошлом раунде. Это что-то в упаковке. Да? Да. M&M's! Значит, не только мне везет со сладостью. Да. У меня печеньки, у нее конфетки. Как думаешь, как это будет чувствоваться во рту? Я положу немного, потому что я думаю, это будет невкусно, если... Приворчить? Да. Выглядел как-то по-праздничному. Да. Я вытаскиваю номер. Здесь остался всего лишь один номерок. Как быстро закончились пакетики. И это 12. Сейчас достанем пакетик. Вот пакетик номер 12. Там лежит что-то очень большое. И очень громоздкое. Что же это? Давайте посмотрим. Это что-то необычное. Что же это? Колбаска! У меня были и сосиски, колбаски. Ну, сейчас я их разрежу. Взяла колбасу кружочками, а теперь выставлю на пицце. Вот. Получается очень необычно. Да. Что-то вроде ананасового пепперони, да. И остальных пицц. Великолепно. Кстати, а какой твой любимый вид пиццы? У меня пепперони, а у тебя? У меня тоже пепперони, какое совпадение. Да. У нас все сегодня почти совпадает. И остался, по-моему, последний пакетик. Посмотрим, что это за цифра. Рыскуль вытягивает. Это номер 11. У меня было 12. Вот наш пакетик последний, и это что-то тяжелое. Интересно. И что-то консервированное. О, это кукуруза. Рыскуль повезло. Да. Сейчас я положу нашу кукурузу в пиццу. Думаю, вот столько хватит. Я никогда не видела, чтобы в пицце была кукуруза. Я тоже. Это очень интересная пицца. Выглядит красиво. Да, как будто бы новогодний взрыв, да. Из мишуры. А теперь самое интересное. Сейчас мы сыграем в камень-ножницы-бумага и определим, кто же первый отправляет в духовку свою пиццу. Камень-ножницы-бумага, раз, два, три. Камень-ножницы-бумага, раз, два, три. Камень-ножницы-бумага, раз, два, три. Я первая отправляю свою пиццу в духовку. Давай. Отправляю я ее до 10-15 минут при температуре 180 градусов. Вот наши пиццы и готовы. Сейчас я буду пробовать свою пиццу. А я свою. Я начну резать первой. Так, это все выглядит в испеченном виде. Намного лучше, чем в сыром. Я же думаю, что на вкус это будет очень необыкновенно. Даже нож для пиццы это не смог разрезать. Сейчас, нет, все в порядке. Режься. Знаете, а пахнет так неплохо. А теперь Рыскуль разрежет. Так, достаем пиццу и попробуем одновременно. Ой, ананасик, ты куда? Моя пицца пахнет очень. Да? Да. Но выглядит она прекрасно. Ух ты, здесь и чипсы, и рыбка, и анчоусы. Кстати, мармелад у Рыскуль полностью растопился. Да. А мои печеньки спеклись так, что вот на них остается слой коржа. Вишенки. Ну все, на счет 3 начинаем пробовать. Сейчас. Фух. Раз, два, три. М-м-м.
Боже. Знаете, сама пицца, она нормальная, но вот фрукты совершенно не сочетаются с колбасами и сыром. Но вот макарошки, на мое удивление, идеально сочлись почему-то. Я не понимаю, почему. А как у меня тебе? Сочетаются рыбка и M&M's. Оу! Это очень-очень странное сочетание. А теперь давай я попробую твою пиццу, а ты мою. Давай. Отрежем кусочек для каждой. Ананас, бананы, все есть для того, чтобы попробовать. Так. Мне страшно. Мне еще страшнее, у тебя там анчоусы. Вот. Ага. О, куда ты? Почему-то сегодня ананасик не в духе быть съеденным. Ешь. Посмотрим. Ну? Да. Ананас не сочетается или что-то другое? Ананас вообще не сочетается. Да, это не очень хорошее сочетание. А теперь моя очередь пробовать пиццу ырскую. Мне страшно. Вау, такой хруст. Да. Я, кстати, не попробовала чипсы. Оу. Они прям так испеклись так хорошо. О, спасибо. О боже, в этом куске есть анчоус. О боже! Ну как тебе? Очень странное сочетание. Тут... Я попробую. Тут ММДНС капать чипсинками захотелось и не очень. Все же мы пришли к выводу, то, что некоторые ингредиенты совершенно между собой никак не сочетаются. Например, ананас и колбасные изделия. Это очень невкусно. Но мне больше всего понравилось вкус анчоусов, пицца и рыскуль. А что тебе понравилось? Тоже. Тоже? Анчоусов и чипсы. О! Пишите свой любимый вкус пиццы в комментариях. Также у моей подруги Рыскуль есть Инстаграм, который я оставлю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!